Всем добрый день, здравствуйте. Мы вышли на прогулку. Пошли к бабушке, к моей бабушке в гости. Сегодня 6 января. У нас с Юрой день свадьбы. Это как совместно 19 лет прожили совместно. Даша, всем помаши. Привет. Привет. Стесняется. Пошли мы, как и сказала бабушке. Шел поезд, пришлось отключиться. Сейчас по пути покатаемся на горке с дочей. Такой, с высокой горочки. Красиво построили. Бабушка не сильно близко живет. Дядя милиционер приехал. Ветер холодный. Просидели все 6 дней. Как бы дома. Это очень тяжело. Выходить на улицу, на работу. Вообще куда-либо выходить. Целый день смотрю экстрасенсов. Даже ночью страшно было спать ложиться. Сегодня решила их вообще не включать, прогуляться. 9 на работу, а мы еще и не гуляли. Ну, руки мерзнут. Сейчас покажем, как на горочке покатаемся. Что у нас все время встречаться только в сарайке? Нужно и прогуляться. Вот такая горочка. Так она еще и полита. Хорошо полита еще. Хорошо сделана вот так. Вот такая. Вот такой домик. Делают для детей, для своих. Качелька. Да, Дашка? Понравилось? А? Понравилось? Ну давай. Ой, руки мёрзнули. Одела варежку. Невозможно идти. Хочу вас всех поздравить с Рождеством. Пожелать вам всего-всего самое наилучшее. Здоровья самого-самого большого. Всего-всего. Да, в Рождество у нас была свадьба. 19 лет, 20 лет, надеюсь, вместе отметим с ним день на Майами. Блин, на пляже. Далеко-далеко отсюда. В теплых странах. Идем еще ищи бабушки. Осталось немножко. От души вас с Рождеством. Пусть заполнит счастье дом. Пусть всегда хранит вас Бог от несчастья и тревог. Чтоб плохое не случилось, светом вся залилась. Чтобы веру не теряли и любовь не опускали. Всех вас с Рождеством. Пока-пока.